Всем привет! Экстренный выпуск. Сегодня у нас событие. Вы видите в поле зрения три журавля. Один, второй и третий. Съемка скрытой камерой из комнаты. И сейчас моя камера направлена на вот этого маленького журавлика, у которого еще нет красной шапочки. Мы не знаем, когда его снесли, когда его вылупили, и вот он у нас. Он уже ростом со взрослого журавля, и сейчас его учат добывать из-под земли личинок жуков. А если повезет, можно добыть крота. Гордые родители привели нам свое чадо. Он уже умеет летать, он уже полноценный журавлик. Но ему нужно учиться жизни. И вот сейчас вы видите эмоции, танцы, жесты. Он познает жизнь. Его впервые привели на нашу поляну, потому что на нашей поляне всегда для него найдется зерно. Мы не выходим на улицу, чтобы не спугнуть это счастье. Оно прямо рядом. Пусть он будет независимый, пусть у него будет зерно. Вот они нанесли визит и удаляются. Его просто знакомят с этой местностью. У нас есть тень, у нас есть поляна обильно угощением. У нас есть вот такая поилка для колибри, которой очень успешно пользуются осы. А колибри пролетают мимо. Им предпочтительнее нектар с живых цветов.